Привет, я Иван, и вы на канале Маэстро Барбекю. Я Рожновский Иван. Что входит в Маэстро Барбекю? Ну, это магазин грилей. Мы продаем грили. Хорошие, качественные, самые лучшие в мире грили. Пойдемте в магазин, покажу. Первое, что мы открыли, это был магазин и кулинарная студия. Старый первый магазин находился на втором этаже, был совмещен со студией. То есть тут продавались грили, там мы готовили. Сейчас магазин переехал на первый этаж. За 6 лет мы открывали, по-моему, всего 9 магазинов в разных точках Москвы, но все мы их закрыли и оставили один единственный, любимый, самый лучший на Пятницком шоссе в коробке парк. Ссылку в навигатор вам оставлю внизу. Просто нажимаете и прям приводит сюда. Или можете в навигаторе просто забить Маэстро Барбекю и приведет к нам. Команда у нас стала совсем маленькая. Кроме меня, это еще 4 человека. То есть, нет, не 4, 5 человек вместе с Лехой. Лех, нас 6. Сегодня работает у нас Елизавета. Она все время прячется. Не боитесь в кадр попасть? А Елизавета, ой, удивительный сотрудник. Она когда-то покупала у меня гриль, а теперь она у нас работает. И, кстати, доставлял я сам. Зеленоград, да, Елизавета? Да, хотел купить у нашего конкурента, конкурент даже не отвечал, а я даже в тот же день, по-моему, привез. Был так. Но удивительность Елизаветы заключается в том, что она всегда общается вопреки. Я говорю, вот это попробуйте. Она говорит, ну нет, вот это вот надо изменить. Там, а вот смотрите, как хорошо. Ну нет, вот вам ложка дегтя. Там есть сотрудники, которые наоборот мою идею, какую-то идеологию наоборот развивают. Ну и такой у нас симбиоз команды получается такой, что мы как-то все время растем и делаем свое дело очень хорошо. В общем, наш магазин, у нас есть специи, у нас есть газовые грили, у нас есть угольные грили. В феврале 25-й год, мы привезем еще пилетные, вернее, Weber привезет пилетные грили, они будут у нас в магазине. Но сейчас мы это все подснимем и пойдем смотреть с вами кулинарную студию. В общем, это магазин. Смотрите, у меня есть цветные Smokey Joe. У нас, кстати, есть архивные фотографии Weber. Мы Weber запросили архив, нам присылали старые фотографии. То есть можно походить и по магазину посмотреть, какие раньше были грили Weber. У нас продается мясо. Мясо, это помните, тот ролик в Удмуртию, в Ижевске летал. И завод специально для нас выбирает лучших быков в регионе. Либо их докармливают, либо сразу забивают, разделывают. Мясо вызревает. Его замораживают, упаковывают, формуют, пилят под нас и к нам приезжают. Посмотрите, какие идеальные рыбачки без лишних. Называется кэп. Шляпа, да, вот тут еще такая прослойка. Идеальный кусок мяса, вот этот, в частности, 444 грамма рибай. И цена, кстати, очень-очень сладкая. Я сейчас еще проработаю, чтобы бургерные котлеты были прям по идеальной цене. И тогда будет все очень хорошо. Мой единственный магазин, где стоит вот такой малыш. Weber Ranch, метровый котел. Представляете, метровый, сюда нужно засыпать сразу 3 стартера угля. Здесь может пожарить 10 томагавков. Ну, хорошо постараться, можно и 15. Отличный гриль для каких-то... Елизавета, как вы там говорили, кому надо продать этот гриль? Коллектив какой-нибудь, творческий, физкультурный, спортивный, просто какая-то организация, которая сегодня поработала хорошо, там выступила на каких-то соревнованиях или танцах или чего-то, а потом весело провели время, одномоментно что-то на этом гриле приготовили. Ну, мне кажется, здесь можно легко накормить. Ну, если один прием, ну, мне кажется, человек 20 легко. Или же кейтеринг, или же какая-то вот большая туша чего-либо. В общем, этот гриль есть у нас. Так, мясо есть, гриль есть, аксессуары есть, специи есть. Что у нас еще есть в магазине? Хорошая атмосфера, всегда, пожалуйста, ходите. Все продавцы умеют жарить. Не просто они хорошо вам рекомендуют, расскажут про гриль. Они умеют жарить. Это практикующие люди, которые постоянно жарят. У всех дома есть гриль, на даче есть гриль, правильно? У Елизаветы есть, я ей доставлял 57-50, как сейчас помню, и говорил, 57-70 имеет большую парусность. И она такая, буду брать 57-50. Правильно? Наверное. И
Игоуневой. Игоуневой. Пойдемте в студию. Вы приехали к нам, вы купили гриль, вы купили мясо, но вам же ехать домой, вы голодные. На этот случай мы открыли плов. Зайдите к нам в пловную, поешьте вкусной среднеазиатской кухни. Отличная самса в виде капли. Великолепный ароматный плов, который сделан прямо вот он как должен быть. Он и не, рис и не сырой, и не переваренный. Он и не слипается, и не рассыпчатый. В общем, такой, как нужен. А вот знаете, какой лагман вкусный. Блин, ребят, закачаешься. Даже вот лапшу тянем сами, все делаем сами. Кстати, ввели шашлык. В пловной будет еще перестраиваться, но об этом мы сделаем отдельный ролик. Пойдемте в студию. А сейчас мы на втором этаже, ребят. Вот кулинарная студия, примерно 90 квадратных метров, плюс отдельно есть хороший уютный туалет. Сейчас все покажу. А еще это площадка перед кулинарной студией. Мы сделали навес, кто был на наших тусовках, на первых. Навес не был, мы сделали навес, чтобы дождь не беспокоил. Можно размещаться здесь, можно там, где мы с Лехой стоим. У нас стоит два смокера, один малыш для бытового использования и большой, ну, небольшой, конечно, не такой, как у пит-мастеров, которые коптят на всю Москву. Ну, два яруса, большой смокер мой, вот стоит. Стоят бочки, везде висят логотипы Вебера, Маэстро Барбекю. Сейчас еще сделаем какую-то подсветку, придумаем какой-то обогрев на зимний период, печь поставим или еще что-то. Пойдемте внутрь. Вот это все наше. Там, где стоит Леха с камерой, там ставим бар, будут ставим кухню, и вот это все место для наших тусовок. А вот там, где дровница, кстати, надо дрова купить, вон она, дровница, там ставим диджей с музыкой, конкурсы, веселье. Ребят, прошлый год был веселый, а этот год мы проходили жесткую трансформацию. Мы ужимали магазины до старого нашего родного формата, мы к нему вернулись. Но кулинарную студию вам покажу, она стала намного больше, чем самая первая. Пойдем. Ребят, ну и вот студия. Студия делится на две части, вернее, на три части. Вот эта часть, где стоит большой обеденный дубовый стол, массивный, стоят стулья, висят люстры. Там у нас стойка, я хочу еще там сделать барчик. Кстати, вот познакомился с плотником, надеюсь, он мне поможет сделать замечательную барную стойку. При входе шкаф, за шкафом стоит Weber Kettle. 57-й. Смотрите, он расписан. Weber сделал несколько таких грилей. Их немного, по-моему, всего 10 или 20 штук. Вот один из них у нас стоит в кулинарной студии. Если приходят люди, которые хотят посидеть при свечах, у нас есть даже вот такой вот большой подсвечник. На стол мы тоже ставим свечи, и у людей получается вкусный, романтичный вечер. Ну, либо день рождения. Далее у нас есть телевизор, куда мы можем вывести все, что угодно. Если вы хотите провести какое-то обучение, здесь вы рассаживаете своих гостей, сюда вводите презентацию и вещаете. По телевизорам это мне подарил Евгений Алексеевич, он же является моим кумом, вернее, я крестным дочке, он мне подарил на день рождения проигрыватель пластинок. Тоже можно какую-нибудь старенькую пластиночку поставить. Тут есть кино, Guns N' Roses, Queen. Ну, в общем, музыки у нас предостаточно. Кстати, о музыке. Да, к телевизору есть саундбар. Звук раздает очень хорошо. Раздает проигрыватель. Есть фоновый звук в каждом углу помещения. Тут 4 колонки, там 4 колонки. Тут, то есть на все это помещение 8 колонок, может играть фоном, может играть в режиме дискотеки. Ребят, в туалете тоже есть колонки. Мы даже сделали там колонки, чтобы прям ходишь, у тебя музычка играет, прикольно. В общем, здесь обеденная зона, можно проводить какие-то презентации, обучение и так далее. Там у нас зона нашей хозяйки Лены, давайте покажу. Там Лена спряталась. Она все время прячется, она очень не любит. Посуда есть для любой еды, для любых напитков. В выходные был мастер-класс заточников. Вот видите, точилки стоят. То есть люди приходят к нам и обучаются заточке ножей. Стаканов много. Вот, кстати, свечи стоят, о которых я говорил. Вазы для цветов есть. Все есть. Переходим на мою кухню. Я просто так... Это же мой второй дом, да? Я здесь бываю очень часто. И для меня все вроде... как-то
Ну, это само собой разумеющееся. Вот если вы сейчас развернетесь, вы увидите угол, который посвящен моим любимым грилям. С этой стороны у нас стоит диван, замечательный торшер, да, то есть если вечером кто-то сидит там, может зажечь себе свет. Иногда бывают тихие вечеринки, когда люди сидят, ужинают, обедают, что-то обсуждают, иногда проходят игры мафии. Вот этот уголок представляет из себя диван, очень удобное кресло, и вот здесь стоит буй, из которого сделан был первый гриль Вебера. Вот он, экспонат. Но не именно из этого. Но вот из такого буя был сделан первый гриль Вебер. Ну, конечно же, логотип Вебера. Логотип Маэстро Барбекю. В помещении есть кондиционер. Окошки можно закрыть жалюзями, чтобы никто вам не мешал. Чтобы была такая кулуарная атмосфера. Ребят, у нас есть видеонаблюдение. Но по просьбе гостей мы можем его выключить. Если мы вам доверяем, а мы вам доверяем, если вы адекватны, вы адекватны. Видеонаблюдение для вашей вечеринки мы выключим, чтобы вы полностью провели неформальную встречу, ничего нигде не было зафиксировано. Там висит сертификат, я проходил обучение у Сереги Бабича по разделке мяса. Пойдемте на кухню. Ну и вот тут зимой я говорю привет, привычное для всех. Привет, я Иван, и вы на канале Маэстро Барбекю. Здесь мы с Лехой начинаем зимние ролики. Тут готовим, а на той площадке, которую показывали ранее, жарим. Есть вытяжка, но вытяжка для гриля не подходит. А вот что-то там на кастрюльке, на сковородке сделать, вполне себе, кстати, работает. Вчера проводил мастер-класс, забыл выключить. Ну, конечно, что-то жужжит, но, ребята, это все-таки кухня, профессиональная кухня. Из профессионального оборудования у нас есть отличный холодильник, у нас есть шоковая камера заморозки, у нас есть вакууматор, у нас есть две духовки. Духовки, правда, бытовые, но очень хорошего качества. У меня есть камера коптильная от Hobby Smoke. Здесь мы делаем колбаску. У меня в шкафчиках есть шприцы, всякие тестомесы, все есть. Даже если вы хотите приехать к нам, проработать свое какое-то меню, это тоже можно сделать. У меня на кухне все это есть. Большая компания приезжает, они тут выставляют поваров, они прорабатывают блюда. Такую услугу мы тоже оказываем. Там у меня висят фартуки. И в студии прям... Раньше я стулья убирал на склад, сейчас я их не убираю на склад, потому что очень удобно, когда кто-то что-то рассказывает, чему-то обучает. Если долго обучение, люди берут стульчики, садятся вокруг, и им комфортно очень проводить мероприятие. Слушать информацию сидя, с водой там, или еще не знаю с чем. Ну, очень удобно. Инфографика на стенах, которая помогает изучить гриль и понять гриль. Да, температура прожарки, говядина, птица, баранина, овощи, то есть все у нас есть. Рыба есть, это мой любимый слайсер. Пила для напилки мяса, шприц, он поехал к моему другу, там, если помните, новогодний выпуск Дима Попов, с которым мы пельмени делали. Что мы еще с ним делали? Рульку в Кока-Коле, да, Лех? Дима взял к себе, сейчас фаршмес взял, то есть это тоже тут у нас стоит. У меня есть что-то тут. Это бар. Собственно, почему я хочу туда бар? Вот это отделение у меня снимает бар. Тут у меня тестомеса два стоят. На той стене также инфографика. Информация про стартер, сколько нужно брикетов в стартере для того, чтобы добиться нужной температуры. Но вы же понимаете, что не только брикетами добивается температура, но еще и регулировка поддува нижнего и верхнего. Тогда вы точно сможете добиться нужной температуры. При покупке гриля в нашем магазине мы даем сертификат на посещение мастер-класса. Мастер-классы веду я. В воскресенье приезжают покупатели, которые становятся гостями и друзьями нашей кулинарной студии. Мы вместе тут разговариваем о грилях, все рассказываю, все показываю. Вкусно едим, вкусно пьем чай, кофе. Кстати, вот в этом углу у нас всегда стоит чай и кофе, который любой гость может сделать себе чай или кофе и насладиться напитком. Даже если вы просто подписчик, ребята, и я здесь, да поднимайтесь ко мне, угощу кофе и угощу чаем, да просто поговорим о гриле. Не обязательно покупать для этого гриль. Хотя грили правильно покупать у нас. Стоит кулер, стоит термос. Тут у меня аксессуары. Такие аксессуары, которыми я пользуюсь чаще всего. Это ростер, голландские печи, старая, новая, подносы, кассероль, сетки. Ну вот,
какие-то такие. Кстати, я себе еще приобрел три предмета. Три предмета другие. Лопатка, бутылка и скребок для планча. Мне очень нравится. В новых Генезисах очень крутые планчи чугунные. Тоже был ролик. Очень удобно ими работать. Смэш-бургеры всякие. Ну, прям рекомендую, если хотите. Это очень хороший аксессуар. Там у меня стоят еще бутылочки моего очень хорошего товарища. Саша Афанасьев сам делает. Это ни в коем случае не реклама. У меня здесь есть частичка дома. Давайте. У меня есть домашние ножи. Это мой японец. И это у меня нож от братьев Матюхиных. Они после заточки, блин, я что-то разделал, не помыл, убрал. У меня есть доска, разделочная доска. Такие доски везде не продаются, ребята. Это не масс-маркет, это сумасшедшая доска. В этом сезоне мы будем готовить именно на ней. Это дуб, которому 300 лет, его где-то выловили. Спасибо большое Владимиру, который у нас покупал гриль, потом подарил такую доску. И у нас, кстати, в магазине есть такие доски. Если вы кому-то хотите подарить подарок, эта доска прямо вот отличный подарок. Видите, я ее настолько люблю, что я даже не хочу пользоваться. Дома есть такая же. У меня в магазине тоже есть. Тяжелая, надежная. Надо только за ней следить. На ножках, удобные ручки. В общем, ждет новых съемок. Сейчас похолодает. И буду готовить на ней. Все-таки торцевая доска из дорогого дерева. Она даже как-то на ощупь приятно греет тебе руки и дает творить более красивые, более вкусные блюда. Так, ну, в общем, все рассказал. Крючки для копчения. Гордость. Какая-то подписчица подарила большую ступку. Пестик сломался. Забрал с другой ступки. С удовольствием пользуюсь. Отличный подарок. Прям очень-очень сильно рад этому подарку. Спасибо большое. Так, ну это у меня хлебное вино, фейхоа, яблочное, там что-то ржаное. Ну, такие домашние Сашины заготовки, которые иногда, которыми, кстати, я часто угощаю гостей. Стол у меня большой, в столе, смотрите, какая розетка. Достаю розетку, сюда ставим индукционные плиты и работаем в режиме обычной кухни. То есть все абсолютно есть. Ну и, наверное, знаете, как по общепиту можно судить, общепит можно оценить по туалету, чист он или нет. Пойдемте, похвастаюсь. О, Лёха как-то встал, не знаю, видно, не видно. У нас вот такие замечательные зеркала в туалете. Ну, то есть девочки могут там перед вечеринкой привести себя в порядок, подправить свои стрелки на глазах. Да, в принципе, я иногда после съемок прихожу сюда, умываюсь, привожу себя в порядок и еду уже чистый домой. Сзади этих зеркал у нас два туалета. Теперь Лёха стоит на стороне зеркал, у нас здесь есть два туалета. Все замками, все закрывается. Ребят, это все сделано в контейнерах. Это все сделали мы своими руками, без привлечения строителей и всех остальных. Нет, по-честному, бетон заливали специальной организации, плитку клал замечательный человек. Все остальное, водопровод, канализация, стены, штукатурка, краска, окна. Все делали мы сами, команды Маэстро Барбекю. То, о чем я говорил, да, в туалете, в каждом туалете есть вентиляция. Есть колонка, которая транслирует приятную музыку. На самый нужный аксессуар туалетной комнаты. Все чисто, все хорошо, но я думаю, снимать подробно все это не стоит. Не сильный свет. В общем, тоже вполне себе уютное место. В общем, ребят, проект Маэстро Барбекю. В него входит магазин грилей и аксессуаров, кулинарная студия, конечно же, соцсети, в которых мы транслируем ролики, какую-то информацию. Это YouTube, ВКонтакте, Рутюб. Все ссылки я оставлю внизу. Это, в конце концов, наш Леха-оператор, который сейчас держит камеру. Предвосхищаю ваш вопрос, почему закрыли магазины. Ребят, ну это все-таки бизнес, математика и цифры, они сухие, да, они показывают о том, что прибыли нет. Поэтому, признаюсь, закрыли, потому что магазины были неприбыльные. Рассчитывали, что открывая магазин,
будем извлекать прибыль, но прибыли не было. Это очень сильно тянуло вниз, и поэтому закрыли. Вот последние два магазина закрывшиеся, это Пушкино парк и Новая Рига. Но мы сделали отличный магазин на Пятницком шоссе. У нас великолепная парковка, у нас есть кулинарная студия. Перед покупкой гриля вы можете подняться к нам наверх и попробовать гриль в действии. Да? То есть, если они заняты, с удовольствием, ребят, пожарим. Что у нас из гриля есть в кулинарной студии? На чем можно пожарить? Конечно же, пилетный гриль. Smoke Fire. Можно попробовать. К сожалению, их больше не продают. Будет другой пилетный гриль. Есть Master Touch. Самый продаваемый в мире угольный гриль компании Weber. 57 сантиметров. Максимальное количество аксессуаров на нем можно жарить, коптить, запекать. Даже есть аксессуар, можно готовить на пару. У меня в магазине даже есть вафельница GBS для этого гриля. Конечно же, газовый гриль. Можно пожарить на газовом гриле. Хороший генезис стоит. У меня есть электрические грили, на которых мы также с вами можем пожарить. У меня тут есть смокеры, даже мангал есть. У меня есть пароварки. У меня есть маленький колбасный цех. То есть кулинарная студия заточена на любые форматы мероприятия, на любого повара, который, по большому счету, если захотите выращивать микрозелень, мы это тоже можем вам помочь сделать. В общем, ребята, реалии поменялись, мы подужались. Вы когда грили покупаете, вы покупаете grilli.store. Таким образом, вы помогаете мне развивать гриль-культуру в России. Таким образом, вы помогаете мне делать контент. Не уходите в онлайн, не уходите к бездушным продавцам на какие-то маркетплейсы. Есть сайт grilli.store. Можно мне написать в телегу. Собака маэстро, нижнее подчеркивание, BBQ, я всегда на связи, вот прям всегда. Но иногда, конечно, сплю с рулем там и так далее, но всегда отвечаю. Ну, в общем, традиционно, пишите лайки, ставьте комментарии, жду вас в гости.